На целую неделю фойе средней школы номер 20 превратилось в залы для игры в шашки. Здесь проходит большое первенство. Только в первый день за призы турнира пришли побороться более двух десятков ребят, мальчишек и девчонок, выходцев из третьих-четвертых классов. Желающих показать свои умения и эрудицию немало, отмечают организаторы. У нас, спасибо нашей администрации, установлены на втором и третьем этажах доски для шашек и шахмат, а также теннисные столы. Поэтому теперь наши дети в свободное от уроков время сидят не в гаджетах своих, а занимаются полезным делом. Увлеченные опытными взрослыми дети всегда стремятся вперед. Это показали соревнования. На лицах мальчиков и девочек была видна неподдельная заинтересованность. Кто-то из них только открывает для себя мир шашек, кто-то уже профессионал и здесь оттачивает свое мастерство. Главное, что ребятам это очень нравится, и от процесса интеллектуальной игры они получают настоящее удовольствие. Я просто буду думать, как в шахматах. Это почти то же самое, только чуть по-другому ходят. Так надо всякие размены считать. Мне очень интересно, потому что хочется попробовать себя в чем-то новом и испытать свои силы, ну, вот, сделать что-то новое. Подобные старты в средней школе номер 20 будут проходить и дальше. Для проведения соревнований здесь есть все условия. Плюс свободные места для группы поддержки. В финале соревнований встретятся чемпионы в каждой возрастной группе. Они сыграют друг с другом. Это и позволит определить абсолютного лидера стартов.